Приветствую с вами, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И сегодня покажу вам интересный жилой комплекс, где вы можете купить квартирки для себя, а где вы можете купить квартиру именно под бизнес. Для бизнеса. Мы с вами находимся в жилом комплексе, который называется «Империя». Давайте, раз, два, три. И что хорошего? Он находится у нас на расстоянии 600 метров всего лишь от моря. Это первое. Второе, здесь есть паркинг открытый, закрытый и так далее. Здесь же есть гостиница, здесь же есть ресторан, здесь есть спа-салон, сауна, кальян, караоке. Все, что вы любите. Вот такие вот у нас домики. Мы сейчас с вами потихонечку будем туда подниматься. И я постараюсь вам рассказать, что же такого интересного вы можете здесь приобрести. Но перед этим хотел бы сказать. Этот жилой комплекс мне нравится, потому что, забегая вперед, я могу сказать, что здесь есть все для комфорта. Здесь есть бассейн открытый, закрытый, более-менее нормальные подъездные пути, точнее, шикарные, 9-я гимназия на расстоянии 400 метров, но об этом чуть попозже. А сейчас давайте посмотрим, что же я вам интересного приготовил. Данный жилой комплекс. Вот здесь у нас, например, такая есть территория для того, чтобы могли детишки покататься, да, на чем угодно. Внизу находится паркинг. Здесь, соответственно, у нас появилось, да, в отличие от других жилых комплексов. Ребят, застройщики, смотрите, вот Империя. В принципе, уже даром не нужно ничего, уже все почти продано. И вот появилась детская площадочка, здесь же у нас на самокатах катаются, здесь же внизу есть детский сад, здесь же у нас есть в том числе и офисы, здесь же могут ваши дети научиться английскому языку. Ну и, в принципе, вот такой домик. Посмотрите, какой красивый, интересный дом. Статус квартиры, все как положено. Детская площадка есть, спортивная площадочка есть. И давайте мы зайдем вовнутрь и посмотрим, что же там такого интересного-то имеется. Пятый этаж. Изначально данный этаж планировался у нас под сдачу. Именно поэтому здесь, видите, такая немножко другая подсветка, в отличие от других у нас квартир. Эти квартиры большие были разделены на маленькие. И, соответственно, мы с вами имеем вот такие квартиры с ремонтом. Но застройщик сейчас рядышком будет строить жилой комплекс, поэтому ему сейчас нужны деньги, и он решил продавать. Просто тут скажут, вот дом стоит уже 8 лет и не продан. Ребята, просто не продавали, просто не нужно его продавать. Это, например, у нас вот эта квартира, к примеру, 40 квадратных метров, и стоит она 5 970 000. Что особенно в этом доме? Здесь есть у нас газовая котельная. И учитывая, что все-таки здесь мы с вами имеем полноценный квартирник, где есть бассейн, детская площадка, спортивная площадка, паркинг и так далее. Притом мы находимся с вами на расстоянии 600 метров от курортного проспекта. До моря здесь 10 минут пешком всего лишь идти, до гимназии идти 7 минут пешком, не более. Это я уже даже преувеличил, на самом деле все гораздо быстрее. И здесь вы можете купить по 150 тысяч рублей за квадрат. Сейчас в этом доме на нижних этажах, на втором и третьем, сдаются вот аналогичные апартаменты. Стоит 3,5 тысячи рублей в сутки. В межсезонье сдается за 25-30 тысяч. Здесь, соответственно, уже все сделано, выведено, остается сделать прям совсем немного. Сразу говорю, в продаже здесь есть 5 и 6 этаж. На данном этапе сейчас я веду переговоры с одним крупным инвестором, который хочет забрать этаж целиком. Если забирать этаж прям полностью, то, конечно же, можно рассчитывать на какую-нибудь такую интересную скидку. Ну, прям не совсем большую скидку, но, в общем, договаривались мы по нормальной цене. Учитывая, что рядышком здесь идет строечка, строит один хороший застройщик, и у него на стадии котлована черновые квартиры стоят 150 тысяч рублей за квадратный метр. Здесь же вот такие вот студии вы можете приобрести относительно недорого. Например, эта студия у нас 33 квадратных метра и стоит 4 965 тысяч рублей. Что составляет у нас без малого 150 тысяч рублей за квадратный метр. Да? Здесь даже есть такая гардеробная небольшая. Ну и в целом, кстати, сделано все очень даже хорошо и добротно. Везде здесь теплые полы. Ну вот как бы так. Давайте посмотрим еще и остальные квартирки, чтобы уже у вас было понимание, что стоит покупать, а что не стоит покупать. Ну вот, например, тот же самый у нас вот еще одна квартирка. Санузел полностью сделан. Вот здесь, например, у нас сделан для инсталляции.
Здесь у нас душ должен быть. Ну и вот, конечно же, вот еще вот такая получается студия. Данная студия у нас 34 квадратных метра, стоит 5 миллионов 145 тысяч рублей. Соответственно, вид у нас, кто-то скажет, на зелень, а я скажу, наверное, на кусты. Вот. Самое главное, что мы находимся в центре города Сочи, прям тишина и спокойствие. Кто-то скажет, хотел бы ты здесь жить? Да, ребят, однозначно, я хотел бы здесь жить, 100%. Но пока я одобрил себе ипотеку, те квартиры, которые меня здесь интересовали, а именно 85 квадратных метров, их забрали. Ну и одну квартиру, которая мне нравилась здесь с ремонтом, я продал Анжеле в ипотеку. Она осталась довольна. Правда, в гости меня не приглашала, но все равно она осталась довольна. И от нее очень много приходит рекомендаций. И это приятно. Уже 5 человек пришли по рекомендации именно от нее. Поэтому такие квартиры мне нравится продавать в таких домах, когда все здесь есть. Вот это, например, 40 квадратных метров. Она стоит 6 миллионов рублей. Я считаю, она одна из самых интересных, потому что здесь есть изолированная комната. Здесь же мы с вами имеем возможность выйти на балкон. С верхних этажей, конечно же, эта сторона вид морская, вид на море. Здесь же у нас на море вида нет. Но в любом случае здесь тишина, спокойствие. Здесь тоже особо окон нет, поэтому никто в окна вам заглядывать не будет. Спросите, что за дверь? Это пожарный выход, поэтому ее обычно у нас закрывают. Потому что здесь у нас по нормам пожарный выход. Дом, кстати, построен качественно. По большому счету здесь, в принципе, у нас все сделано добротно, полностью монолитный. Ну и, в принципе, ходок добротный. Даже здесь, да, видите, да, небольшая вроде бы комната, но сделано у нас под, получается, под две раковины, все по европейским стандартам. Ну, действительно круто, ребят. Круто, круто, еще раз круто. И это у нас так называемая евро-однушка. Здесь у нас зал с возможностью, видите, например, спальня, да, как вам будет угодно. И, соответственно, еще. Получается, типовая однокомнатная квартира 6 миллионов рублей. Самое печальное, что вы ничего лучше найти не сможете вот в данном микрорайоне. По одной простой причине, потому что этот микрорайон стоит много денег, потому что очень близко находится к району Светлана. Да, здесь до Светланы можно дойти всего лишь за 10 минут, либо же можно спокойно добежать до какого там у нас, ну-ка скажите, да хоть до центра Сочи можно дойти, до морского порта за 20-25 минут, не больше. Данная квартира 46, она стоит 6,9 миллионов. То же самое, планировка, да, здесь, наверное, все-таки сделан классический вариант. Сделана небольшая кухня. С кухни у нас есть возможность выйти на балкон. С балкона вид у нас на зелень. И за счет того, что мы находимся невысоко, мы с вами не слышим гул от улицы Транспортная. Здесь, конечно, транспорт далеко. Здесь улица 20-я горнострелковая дивизия. Но в целом, я считаю, очень даже неплохо. Следующий момент. Здесь такую же квартиру можно этажом выше. И цена будет точно такая же. 150 тысяч рублей за квадрат. Ну и вот здесь мы с вами тоже имеем возможность посмотреть санузел. И вот с этой стороны, конечно же, у нас еще зал с небольшой такой гардеробной. Вот с такими обоями. Ну и вот вид у нас вот. Видите, сориентировались, да? МФЦ. Самое приятное, что мы находимся с вами на ровной поверхности, в отличие от других жилых комплексов, в отличие от жилого комплекса, который находится на Яна Фабрициуса, Бригантина и так далее. И здесь хорошие подъездные пути. И здесь вы можете в любое место уехать на общественном транспорте. Ну и, конечно, те люди, которые будут передвигаться на такси, для вас тоже это очень интересный вариант, в том плане, что на такси у вас будет выходить из копейки. До центра Сочи не более 100 рублей. Соответственно, здесь мы с вами тоже видим еще одну студию. Все они примерно одинаково распланированы. Тут же мы с вами уже видим окна в пол. При этом цена не меняется. Мне, конечно, эта сторона нравится больше. Данная квартира 35 квадратных метров. И цена 5 миллионов 310 тысяч. Что хорошего вот именно в этой квартире? Ну, все любят окна в пол. Все любят дорогие оконные группы.
Ну и вот если бы мы были с вами этажом повыше, то мы бы с вами смогли видеть море. Вот где крыша дома, там находится наша школа. Ну до нее идти, блин, ребят, даже ну, меньше 5 минут, там 3 минуты. Это 9-я гимназия. Можете загуглить, посмотреть. 9-я гимназия у нас считается топчик. Топ-топ-топ номер один. Ну и, конечно же, я удивился на кондиционеры. Просто видите, какие просто огромные сплит-системы, просто жесть. Также здесь есть везде водяные теплые полы. Это тоже большой и огромнейший плюс. Теперь, конечно же, давайте мы еще сразу же посмотрим, какие здесь квартирки есть. Эта квартира тоже мне нравится, потому что интересное остекление и цена 4 миллиона 860 тысяч. Я считаю, что вроде бы она дешевле, но прям не смотрится она прям гораздо меньше. Но вот как бы здесь единственное, что дом напрягает напротив. А так в целом, смотрите, хорошая, нормальная студия под сдачу и так далее. Опять же, те люди, которые хотят купить себе гостиницу, и при этом у них не хватает денег там, взять полноценный там, гостиничный комплекс, вы можете просто здесь выкупить, например, крыло, либо выкупить полностью этаж. Здесь же есть у нас управляющая компания в лице красивой девочки, которая обеспечит вам круглогодичную сдачу. Здесь можно сдавать как посуточно, так можно сдавать и, соответственно, так можно сдавать и долгосрочно. Данная квартира стоит 6 миллионов 30 тысяч, потому что она 40 квадратных метров. Извиняюсь. Ну, в общем, вот, что имеем, ребят, то имеем. В этой квартире также, по сути, у нас и теплые полы, ну и еще зачем-то повесили радиатор. Зачем это сделали, непонятно. Кстати, один из плюсов данного жилого комплекса, что мы с вами смотрим не апартаменты, а это обычные квартиры. А это значит, что у вас низкие коммунальные платежи. Это первое, да? 30 рублей с квадратного метра. Но где вы видели еще один жилой комплекс, чтобы, ребят, в свою очередь, вы получили 30 рублей с квадратного метра? На территории есть все, закрытая территория, есть все, что нужно для души. Внизу вот под этим домом находится магазин «Пятерочка». И, конечно же, один из таких ощутимых и главных плюсов данного жилого комплекса – это наличие бассейна, зоны барбекю и так далее. И при этом всего лишь 30 рублей с квадратного метра стоит обслуживание. В общем, квартиры здесь содержать дешево, и, конечно же, это многих подкупает. Эта квартира 55 квадратных метров, она стоит 8 миллионов 250 тысяч рублей. Она самая большая, при желании можно было здесь разделить, при желании эту квартиру можно посередине сделать перегородочку и сделать две изолированные спальни. Вы сами прекрасно понимаете, давайте я пойду, как во многих съемных квартирах. Просто здесь берете, ограждаете и получаете две изолированные спальни. По-настоящему круто получается, супер, и вы тоже сами прекрасно понимаете. Теперь, наверное, мы с вами посмотрим еще один вариант. Что касается вот потолка, здесь, конечно, на любителя, ну, как бы низкий, ну, ничего страшного, не без этого. Все-таки, когда вы покупаете квартиру с ремонтом, нужно понимать, что что-то вас, да, не устроит. Все было сделано в едином стиле, потому что все у нас готовили под сдачу. Что значит сдача? Это значит, это место очень хорошо пользуется спросом. Открылся в продаже у нас 5, 6 и 4 этаж. И, соответственно, каждый из вас может для себя подобрать ту или иную квартиру, которая душе. Лучше, конечно, здесь брать 3-4 квартиры и зарабатывать деньги на посуточную сдачу. Цена квартиры 5 миллионов 940, многие здесь останавливаются. И, кстати, я многих гостей хотел себя размещать вот в этом месте. Это у нас талисман. Но там всегда нет места, потому что пользуется спросом, потому что все-таки это, ребят, центр. Это 20-я горнострелковая дивизия. Это то место, где начинается тропа здоровья Теленкур. Это то место, где хорошая гимназия 9-я. И это, конечно же, то место, где есть возможность вам всегда, не знаю, всегда квартиру сдать. И, конечно же, здесь квартиры цены перерастут. По большому счету, по идее, стоимость в этом доме квартиры с ремонтом должна быть около 200 тысяч рублей за квадратный метр. Дешевле никак не должно быть. Но застройщик поставил такую цену, я считаю, что гуманную. Кто-то скажет, что грязно. Ну да, не вымыли еще, потому что квартира у нас 3 года
стояли, просто так стояли 3 года. Поэтому, ребят, смотрите сами, если вдруг хочется что-то такое вау интересное, то, ну и в центре Сочи, недорого, то я думаю, этот вариант бы подошел бы однозначно. Соответственно, квартира, которая полноценная, однокомнатная, их здесь всего 4 штуки. Вот одна у нас идет морская сторона, и вторая, это вот, которую я сейчас вам показываю, которая идет в обратную сторону. Вот у нас зал, и, соответственно, вот с этой стороны мы с вами сейчас увидим кухню. А вот здесь у нас один из застройщиков крупных строит сейчас жилой комплекс. И здесь цена уже на этой стадии 150 тысяч рублей за квадратный метр в черновом варианте. И там будет жилое помещение, ребят. Здесь же у нас это полноценный квартирник. Не псевдоквартирник, это настоящий полноценный квартирник, который вы можете с большим удовольствием приобрести полноценную квартиру. Либо можете под сдачу, либо можете просто для себя любимого. Лично я считаю, что это интересный вариант. Самое главное, что здесь движение и зимой, и летом, в отличие от Мамайки. Если бы я стоял перед выбором купить квартиру на Мамайке или купить здесь, я бы однозначно купил бы себе именно здесь. Кстати, вот у однокомнатных квартир, это единственная квартира, которая у нас будет с балконом. Но учитывая, что все-таки они как бы имеют невысокую цену, потому что они по 40 квадратных метров, и они стоят 6 миллионов рублей. Но это, ребята, по-настоящему можно отнести именно к центру. Вот, например, если мы возьмем с вами такие жилые комплексы, как, например, White Palace, они находятся гораздо дальше, и локация у них гораздо хуже, потому что они находятся на горе. Здесь же мы с вами имеем квартиры на ровной поверхности, ребят, на ровной поверхности. Поэтому, если вдруг у вас есть огромное желание приобрести что-то такое хорошее, стоящее, нужно с ремонтом и с кристальными документами, то я рекомендую присмотреться к данному жилому комплексу, жилой комплекс «Империя». Самое интересное, что скорее всего, вы многие смотрите меня и работаете с другими риэлторами, и когда будете спрашивать про данный жилой комплекс, вам риэлтора будут втирать какую-нибудь дичь. Именно будет пробовать засирать. На самом деле, я не знаю, как можно культурно обгадить данный жилой комплекс. Но все, что вам будет говорить минусы, это очень просто. Застройщик немножко жадный, платит комиссию самую низкую по центральному Сочи. Именно это будет основной мотивацией ввести вас на какой-нибудь другой говнообъект, который строится без единого документа, который будет строиться на горе, и где риэлтор за одну и ту же продажу заработает ровно в 3 раза больше, чем, например, вот на этом объекте. И только будет одна единственная причина, которая будет объективной, которую смогут вот вас переориентировать. Ну и, конечно же, те люди, которые, у которого ушки от слоненка Дамба, которые развесят уши и будут реагировать на того же самого риэлтора, они, конечно же, поведутся на это и купят себе какой-нибудь говнообъект по преддоговору за эти же деньги, только в черновом варианте, где риэлтор сможет в 3, а где-то даже в 4 раза заработать больше, но при этом вы себе возьмете геморрой как минимум на пару лет. Здесь же вы покупаете хороший безопасный объект. Все, что нужно, это наличие детского сада коммерчески здесь, наличие муниципального детского садика на расстоянии 150 метров, наличие магазина «Пятерочки» на расстоянии 30 метров, наличие автобусных остановок есть, до курортного проспекта спокойно 10 минут мы дошли, до Светланы вы даете за 13 минут, до цирка, соответственно, до самого центра Сочи 25 минут, не больше. И это ровная поверхность, где вы можете кататься на велосипедах, где вы можете кататься, на самокатах, и где вы можете просто пешочком походить, и вам будет приятно. Это единственное место в Сочи, где имеются у нас тротуары и с правой стороны, и с левой стороны. Это единственное место в Сочи, где широкие дороги, которые имеют по 2 полосы в каждом направлении. Но об этом чуть попозже. Ребят, этажами выше, видите, уже полноценная дверь у нас находится. Ну и лифт. Тоже хотел бы сказать, что мало где вы встретите лифт в Сочи, где он не был бы обшит непонятно как, потому что здесь давно уже дом сдан, сделаны ремонты, видеонаблюдение, соответственно, нельзя ничем заняться в лифте, и это хорошо, и это прекрасно.
смотрите, если мы с вами возьмем 17 этаж, то здесь всего лишь у нас 5 квартир. Поэтому каждый этаж, планировка разная. Ну, изначально здесь квартиры были самые маленькие, начиная от 6-го, от 7-го этажа, 77 квадратных метров, хорошие лестничные марши. Ну и, в общем, дом сам по себе 17 этажей. Теперь давайте попробуем посмотреть, что же интересного у нас имеется на крыше, и уже делать будем определенные выводы. Итак, мы находимся с вами на крыше, зона барбекю, где вы можете прийти, подняться с друзьями и сделать шашлычок, чтобы ничего. Здесь у нас добавились столы, в отличие от нашего предыдущего прихода. Ну и давайте попробуем сориентироваться, что же здесь у нас имеется. Очень много лежаков. Ну и, конечно же, сейчас я вам постараюсь показать, что здесь и как. Вот так, ребят, мы с вами находимся в этом жилой комплекс. Извиняюсь за непонятное, наверное, что там у нас. Как это правильно объяснить? Наверное, за ветер. Вот он у нас, где пальчик, да? Это у нас гимназия. Как вы видите, до нее идти по тротуару. Про что я говорил? Тротуар есть закрытый и с левой стороны, и с правой стороны. Автобусы, остановки, магазины всевозможные. Здесь же у нас останавливается школьный автобус. В общем, все круто. Здесь же у нас на этой же параллели находится жилой комплекс White Palace, это Белый дворец. Но он, ребят, находится у нас на горе. И там цена 200 тысяч рублей за квадратный метр. Здесь же у нас находится жилой комплекс Атлантис, стройка. И цена за квадратный метр 200-220, без ремонта. Здесь же мы с вами получаем хороший, нормальный жилой комплекс. Давайте я, кстати, покажу вам еще бассейн. И ценник 150 тысяч рублей за квадратный метр с ремонтом. Здесь были хорошие квартиры, 85 квадратов. Хотелось себе купить, но не дошел до этого. Ну и посмотрите, да, какой открывается хороший, потрясающий просто вид. Самое главное плюс данного жилого комплекса — это просто потрясающие подъездные пути. Вот такой вот бассейн чистенький, в котором вы можете купаться. Ну и вот такой вот у нас прекрасный панорамный, ребят, вид. Поэтому, если вдруг хочется относительно дешево, но заселиться в интересном месте, где вы смогли бы не только ходить на море в течение 10 минут пешком, но и свободное время проводить, например, на крыше своего дома в бассейне, то добро пожаловать. Если мы туда дальше проедем, то там у нас уже улица Транспортная, и выезд идет на Дублер. По локации тоже все это очень хорошо, очень удобно сделано. Не зря данный жилой комплекс стоит 150 тысяч рублей за квадратный метр на котловане, потому что место по-настоящему потрясающее. Ну и, конечно же, ночью здесь все подсвечивается, все красиво, все просто потрясающе. Поэтому, ребят, здесь выбор, конечно же, за вами. Ну, лично мне здесь все нравится. Ну, ребят, объективно, 150 тысяч рублей за квадратный метр с ремонтом, локация супер. Единственный минус, вот платили бы хотя бы по среднему, как и все нормальные застройщики, было бы совсем было классно. А здесь, конечно же, просто жесть россиянская, поэтому не давайте себя обмануть, потому что на самом деле комплекс просто супер. Ребят, самое главное, пообщаться с жильцами, там было, наверное, человек 10 наверху, и знаете, они все отзываются очень хорошо. Это приятно, когда у застройщики, у управляющей компании и о доме отзывается очень хорошо. Это самое приятное, что не стыдно сюда приезжать с клиентами. Ну, как бы так. Ну, вот так у нас выглядит входная группа. Лифты, все как положено. Есть консьерж, везде видеонаблюдение. Все в плиточке, все хорошо. Да, может быть, ремонт не самый новый, я с вами соглашусь. Но, ребят, зато здесь не дерут три шкуры. 30 рублей с квадратного метра обслуживания. За бассейн там отдельно там доплата идет 2000 за сезон. Это за полностью сезон. Не в месяц 2000, а за сезон. Поэтому кто хочет бассейном пользоваться, ну, за него платит. Кто не хочет, не платит. Тем более 2000 это просто капля в море. За 5 месяцев 2000 это просто смешно. Опять же, там зона барбекю и все остальное. Еще раз повторюсь, данный комплекс незаслуженно у нас обделен вниманием на риэлторами, потому что на самом деле жилой комплекс просто супер. Здесь есть и коммерция, здесь есть и детский садик, здесь есть и все 33 удовольствия. Все, спасибо. Я там выйду? Наверное. Сейчас выйду. Ну и, в общем, поэтому смотрите сами, решайте сами. И, конечно же, ну, лично мне приятно здесь находиться.
мне приятно сюда заходить. Вот видите, у нас есть детский садик. Детишки играются, знаете, что никуда они не уйдут, потому что можно выйти только с ключом, там только через консьержа, консьерж всегда сделает замечание, поэтому ваши детишки здесь себя будут чувствовать в безопасности. Ну и вот снаружи дом выглядит очень даже достойно. Очень интересно. Вот здесь, например, также вот данный жилой комплекс, здесь же у нас есть кальянная, ресторанный, банкетный зал, спа-салон, сауна, хамам, массаж, баня на дровах, именно сюда мы ходим, гостиница здесь же есть. И здесь же есть у нас бассейн, джакузи, спортивный зал. Все здесь у нас имеется. Сейчас я вам не смогу все это показать, потому что коронавирус, потому что пока еще баня не открыта, ничего. Но в целом действительно здесь круто, здесь хорошо. И по большому счету, когда вы покупаете ту или иную недвижимость, без разницы, это будет квартира большая, маленькая, то, соответственно, если вы живете для себя, то, конечно, классно здесь, да, приехали друзья, спокойно сходили здесь, развлеклись, как нужно и так далее. Тем более здесь цены просто, ну, как бы, мягко говоря, доступные, халявные. А если мы, например, рассматриваем с вами вариант под сдачу, то тоже это будет весомый аргумент, когда вы будете говорить, что сдается квартира в доме, где есть зона барбекю, бассейн, школа, ой, не школа, там, детский садик в пешей доступности. Например, вот здесь есть детский сад сейчас на данном этапе, и, например, если вы новые приехали и захотели куда-то в горы сходить, вы можете договориться, если не ошибаюсь, стоит 50 рублей в час. И вот у нас здесь воспитатели, они спокойно будут заниматься вашими детишками. Это коммерческий детский сад. Это тоже большой плюс, потому что есть с кем оставить детей. Один еще из плюсов, это, конечно же, баня, спа-центр, это рестораны. В общем, все находится в одном месте. Как будто попадали в турецкий какой-нибудь отельчик. В общем, плюсов, ребят, очень много, поэтому думайте сами, решайте сами. И, по сути, это цена самая дешевая, которая есть, вот именно примерно в такой локации. И я могу сказать, что многие здесь хотели бы остановиться, и многие бы здесь остались довольны, потому что ровная поверхность, в пешей доступности у нас море, в пешей доступности район Светлана, удобная транспортная развязка, наличие паркинга, наличие общественных доступных магазинов, таких как «Пятерочка» и «Магнит». И, конечно же, очень много всевозможных развлечений, включая бассейны. Здесь, кстати, еще есть у нас бассейн закрытый. Поэтому и крытый бассейн есть, и закрытый бассейн есть, все есть. Ну а теперь... ребят, вам всем хорошего настроения, вам всем добра, пока и добро пожаловать в город Сочи. Нам есть, что вам предложить. Нам есть, что вам продать. А теперь, ребят, всем добра и пока.